топ-4 распространенных заблуждения и стереотипа о знаках зодиака. Мнения о знаках зодиака уже давно обросли стереотипами, многие из которых ошибочно приписывают представителям гороскопа те или иные недостатки. Подобные мифы однозначно требуют разоблачения, поэтому сегодня разберем 4 самых известных заблуждения о знаках зодиака. Козероги – безэмоциональные сухари. Люди привыкли видеть козерогов отстраненными, с головой погруженными в работу. На первый взгляд кажется, что козероги живут только ради того, чтобы работать, и даже не способны радоваться мелочам. Все это заблуждение, на деле козероги излишне практичны, чтобы тратить свое время впустую. Любой козерог отправится на заслуженный отдых и с удовольствием повеселится с друзьями, если будет точно уверен, что обеспечил себе завтрашний день. Козероги, как и все люди, всегда испытывают эмоции. Им также радостно и больно, весело и грустно. Главное отличие земляного знака состоит в том, что он предпочитает не выносить ссор из избы и не демонстрировать чувств окружающим. Близнецы – двуличные лгуны. Распространено мнение, что близнецам нельзя верить, потому что двойственность характера буквально заставляет их врать и изворачиваться. На самом деле, близнецы вовсе не коварные и злые. Непостоянство воздушного знака объясняется любовью ко всему новому и высокой способностью адаптироваться к переменам, которым близнецы обычно очень рады. Знак, получивший к сведению новый материал, обработает его и перестроится настолько быстро, что окружающие не успеют моргнуть глазом. И обязательно подумают, что близнецы сделали все это со зла. Овны – опасные агрессоры. Общество уверено, что представители огненного знака – это злые люди, которые неадекватно реагируют на большинство ситуаций и сразу лезут с кулаками. На деле все обстоит совсем иначе, большинство овнов – жизнерадостные, всегда имеющие оптимистичный настрой. Чтобы разглядеть вовне агрессора, придется чем-то сильно его разозлить. В таком случае огненный знак действительно способен вспылить и наломать дров. Впрочем, мало кто знает, что овны очень отходчивы и довольно быстро начинают жалеть о содеянном, если в порыве страсти сильно надебоширили. Скорпионы – мстительные злодеи. Скорпионы далеко не такие злые, как думают о них люди. Они вообще не злые, если узнать их поближе. Представители знака умеют быть верными и преданными друзьями, а за маской первичной холодности часто скрывается чувственный человек. Вести себя агрессивно скорпионы могут с теми, кто их действительно масштабно предал. Однако такое поведение – естественная защитная реакция, на которую способен представитель любого знака. Если человек родился под знаком скорпиона, это совсем не значит, что он отправляется мстить за каждую, даже самую мелкую пакость. Друзья, независимо от того, верите ли вы в гороскопы или нет, они существуют веками. Многие поколения смотрели на звезды и движение планет, чтобы улучшить различные аспекты своей жизни. Вы много можете узнать из своего гороскопа, сформировать вашу точку зрения и улучшить свою жизнь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не пропускайте новых выпусков. Не забывайте нажимать на колокольчик и писать в комментариях. Мы вас любим. До новых встреч. Благодарим за просмотр.